Своеобразный турнир для студентов колледжей стартовал в Уральске. Традиционный региональный чемпионат WorldSkills можно считать открытым. На торжественной церемонии присутствовал заместитель главы региона Бакыджан Нарымбетов, а также непосредственные участники, которых более 300. Если говорить точнее, то участников 318 – это студенты местных колледжей, которые будут соревноваться в 50 различных компетенциях. К традиционным кулинарии, парикмахерскому делу и другим добавились продиктованные временем веб-технологии, разработка приложений для мобильных устройств, мобилография, а также не входящие ранее искусство декора и малярное дело. Для чего все это проводится? Ответ прост. Во-первых, студентам это дает стимул продолжать учиться и развиваться, а во-вторых, на рынке труда нет профицита настоящих мастеров в своем деле. Подобный турнир дает возможность студентам обратить на себя внимание потенциальным работодателям. Мы увидели своими глазами, на каком уровне наши студенты могут показать свой профессиональный подход, не только подключая свои навыки, которые они получили теоретически, но и мы видим сегодня, что наши студенты очень творческие. У них очень большой такой творческий потенциал, творческий подход. Площадка проведения чемпионата похожа на рынок услуг в концентрированном виде. Здесь участники красят стены, а чуть дальше сервируют стол. А вот и будущие портные готовят к показу свое творение. Ни квадратного метра не обходится без какой-либо деятельности. На этих кадрах, вооружившись паяльниками, сидят электромонтажники. Задание, которое им дали, кропотливое, а времени у студентов-участников в обрез. Дается время 3 часа. На полную сборку платы. Надо иметь навык пайки и знать все определения микросоставляющих платы. У Александра работа исключительно техническая, а вот у его тезки задача более творческая. Если дизайнеры интерьеров создают проект того, как украсить помещение, то Александр Епачинцев исполняет задумку. В будущем он хочет не только зарабатывать этим на хлеб, но и видит своему ремеслу применение в быту. В будущем пригодится для помощи дому, родителям, постройки дома, ремонта. И поэтому я решил поступить на эту специальность. В этом году первый раз участвую, до этого не участвовал. Что нужно, чтобы победить? Мотивация, сила и умение. Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям, заметил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время послания народу. Чемпионат, по мнению организаторов, призван устранить этот дефицит, да и в целом привлечь внимание молодежи к рабочим и техническим специальностям. Раньше было 40 компетенций, а сейчас уже 50. И мы стараемся, чтобы состязания по всем этим видам проходили в одном помещении. Это должно помочь студентам не только показать себя, но и увидеть другие виды работ. Итоги чемпионата подведут 14 июня. Лучшие получат путевки на республиканский этап WorldSkills. Стоит отметить, что в прошлом году 8 ребят из Приуралья на чемпионате страны завоевали призы по своим компетенциям. Алексей Кочемасов, Алтынбек Тунышкалиев, Рустем Ищанов, Асламбек Саламатов, Алихан Исказиев, Акжай Акпарат.